Куда мы попали? В сказку? Нет, пока еще только в дом к художнице Татьяне Алексеевне Мавриной. Правда, в ее сказках часто появляется все, что живет с ней рядом. Все, что живет в этой комнате. Сейчас мы увидим, как рождается сказка. Сказка в картинках. Только Татьяна Алексеевна любит работать, когда в комнате совсем-совсем тихо. Какое же сделать начало в этой сказке? Пусть так. В стародавние-стародавние времена жили-были Вася с Машей. И было у Васи с Машей три коня. Три коня разных, три коня прекрасных. Нарисуй-ка я этих замечательных коней, чтобы ими можно было гордиться, чтобы на них любо было прокатиться. Шею изогну дугой. Конь, рождайся под рукой. Необычный чудо-конь. Конь из сказки. Конь-огонь. Так появились у Васи с Машей три рисованных коня. Один конь хорош. Второй конь еще лучше. Третьему коню и цены нет. Вот как-то решили Вася с Машей поехать по белому свету, посмотреть, есть ли кони лучше, чем у них. Запрягли они тройку, сели в тарантас и отправились в путь. Едут утро, едут день, мимо сел и деревень. По дорогам там и тут звери дивные живут. Вот и город впереди, конь танцует, погляди. Ну а дальше? Дальше пусть к русской сказке держит путь. Не конек ли горбунок? Кто еще так мчаться мог? У премудрой Василисы кони тоже, словно птицы. А на сером на волке Иван-царевич в колпаке. И Руслан летит с копьем. А конь другой сидит на нем богатырь с герба столичного, мне б его коня отличного. Или этих вот коней над землей лететь моей. Вдруг из чащи вышел волк и зубами щелк да щелк. Волк волчище, серый хвостище перепугал всех, а ему только смех. На лице твоем испуг, что ж ты струсил, милый друг? Только свет не без добрых людей. Появились из леса старички-лесовички, замахнулись на волка, волк исчез, сказав пока.
зимний лес, весенний лес. Сколько в мире есть чудес. Чудо главное — сумей сделать мир рукой своей. Мир волшебный, непростой. Мир как праздник мой и твой. Отправлю-ка я, пожалуй, моих героев на ярмарку в сказочный город. Итак, спешите все на праздник в игрушечный город Ванькино-Встанькино. Спешите, спешите, спешите. Скуку дома оставьте, веселье с собой захватите. Начинается ярмарка, ярмарка игрушек. Бейте в колокола, стреляйте, стреляйте из пушек. Разных коней встретили Вася с Машей, но так и не могли выбрать, какой конь лучше всех. Может быть, этот? Ведь пока еще никто не знает, каким он получится. Ну вот, а когда готовы все рисунки, художница складывает их в будущую книжку-картинку. На этот раз куклы из шкафа сами не заметили, как оказались на страницах сказки. Это ведь так приятно попасть в веселую, красочную мавринскую книжку и к тому же быть напечатанными.